творческая студия позитивного мышления, сила позитивной мысли. Татьяна Салмановна Макту Сайфуди. И мой такой гранд ресторан красоты La Cafe de Beauty, творческой студии позитивного мышления и силы позитивной мысли. Как вы понимаете, Татьяна Салмановна уже приготовила себе такой кофе на миллиард. Кофе на миллиард с Татьяной Салмановной Мактум Сайфуди. И подумала, отмечу 3 августа. А знаете, вот вспомню, как 18 лет назад я выходила замуж за Перри Максвелла Дански. Ах, этот гранд отель Астория. Да что вот, такой шикарный завтрак в Астории. И вообще вот эта свадьба. Так что вот. Хотела порассуждать на эту тему. Какие шикарные там, вот этот вот завтрак, просыпаешься в шикарном номере в Астории, потом идешь на завтрак, какой шикарный завтрак. Так что вот. Но проблема в том, обратите внимание, я здесь такие у меня такие новые дизайны. А времени, обратите внимание, сейчас сколько времени. Сейчас у нас 3 августа 2021 год, 16 часов. И 22 минуты, дорогие друзья, 16 часов и 22 минуты. Ну, в принципе, я не так давно встала, но я уже, знаете, как сказать, хотела сделать такое феерическое, знаете, такое кофе, такое феерическое. Так что вот, мы с вами, кстати, будем обсуждать эту интересную тему. Как же сказать? Я вот думаю, как-то так вот сказать, с матами или без матов. Вот. Мы это обсудим. Дело в том, что одно дело, вы проснулись в шикарном отеле в Астории и пошли, шикарно оделись, приняли душ и пошли на завтрак, и там уже все приготовлено. А другое дело, как я здесь уебалась час все это мыть. Золотой сервиз, стол, вообще фрукты, продукты, все это делала, съемочка, теперь я искала место на флешке и думаю, да это ёптываю, когда я буду кушать, блядь. Я подумала, надо было сначала феерически мне покушать, понимаете, здесь такая дилемма. Я бы уже покушала фрукты, сухой завтрак, вообще насладилась бы этим шикарным завтраком еще 1,5 часа назад. А я здесь уёбываюсь, чтобы сделать эту видеосъемочку. Просто я так уебалась, что теперь мне феерически... Ох, сейчас мы подключимся к эгрегору любви и счастья, вот это вот. Это примерно так же, знаете, как уебаться там, вы знаете, где-то там на мытье посуды, а потом, знаете, вот это вот, зайти в этот шикарный, на этот шикарный завтрак, такой уёбанной там поесть. Подумала, ну нет, шикарно, я поела там, а если ещё задарма, так это вообще просто супер. Приварила, короче, счастье. В этом вот большая разница. Поэтому богатейшие люди, миллиардеры, у них есть прислуги, домработницы, они встали, и у них уже всё это готово, им не надо это уёбываться. Так что вот. Ну, если моя такая видео шикарная, мой ноутбук запишет это видео, я его сейчас вам выложу. Ах, это еще не все! Это, понимаете, это я уебалась 1,5 часа все это готовить, понимаете? Еще нужно снять, а еще феерически, если заснимать это видео, часочек, да, еще вот это рассказывать. Блядь, уже хочется покушать. А, вообще, я еще душ не приняла. Еще, знаете, вот это принять душ, шикарно одеться, навести макияж, это будет еще 1,5 часа. Это будет, знаете, вот это вот уебаться уже вечер. А для чего Татьяна Салман это снимает? В защиту своей чести и своего достоинства, что это моя квартира, что я здесь. Для Приморского суда Санкт-Петербурга в защиту моей чести и моего достоинства.
Так что вот. А вы думали, для чего? Ну, все должно быть чисто, это понятно, понимаете? Это, ну, понимаете, вот, и как бы, когда делаешь все сама, вот это вот, я просто вам рассказываю, понимаете, вот эти ощущения, понимаете, вот эти ощущения, сейчас рассуждать, энергия денег, миллиардера, это не та ситуация, вы поняли, да? Здесь нужно отдохнуть, расслабиться, привести себя в порядок, шикарно одеться, соответствующе себя чувствовать. Поэтому у меня такая вот система, я, знаете, убираюсь сама, знаете, одно дело, знаете, вот это вот, потратить часа, ну, там, полдня, два дня, чтобы все чисто было, убраться, чтобы не думать об этом. Поэтому даже тарелки, когда вот в моем гранд-ресторане кушаю, я тарелки сразу не мою. Потому что энергетика такая, что ты, например, такое чувство, что ты пришла в ресторан, гранд-отель Европы, вот это насладилась вот этим всем, потом нахуй на кухне намываешь тарелки. Так что вот, это не те ощущения, вот. Так вы же хотите знать, мы у нас разные такие темы мы обсуждаем. Так что вот. Ах, думаю, нет, надо красиво, золотые тарелочки, все это сделать, чтобы все чистенько, все красивенько, все это перемыть, помыть, все это я вот, все это сняла со стола, все протерла, тарелочки в золотой сервиз помыла, еще чайничек я помыла, сейчас я подумала, я налью, и в этот золотой, я не знаю, как это называется, вот в этот специальный, наверное, для кофе или для сливок, сейчас я налью этот кофе со сливками в эту штучку, и вам так эротически покажу, как я наливаю в эту чашечку. А я подумала, этот чайничек намывала два раза кипяточком, а потом я буду уебываться отмывать этот чайничек. Так что его, поэтому я решила этот чайничек не наливать, потому что, короче, Татьяна Салмановна, она в отпуске. Конечно, я могу заснять другое видео и сказать, ох, это мемори, сейчас вот это, кофе на миллиард, вот это вот. Так просто, знаете, я вам так вот такую, вы же хотите, чтобы я вам так вот честно сказала, правда? Я вам честно и говорю. Мы эту тему интересную обсудим. Так, сейчас я буду кушать, наверное, вряд ли я буду заснимать. Что, я все засняла, да? Красоту-то я засняла. Думаю, выложить эти красивые, эти украшения, все, чтобы красиво. А, птичек помыть, эти штучки помыть, новогодние игрушки тоже нужно помыть. Все это помыла, вы не представляете. И тарелочки, и вот это все, что вы видите, я это все помыла. И птичек, и игрушечки, и, в общем, все это я такая выложила. Но, понимаете, когда все это сделала, потом такая сказать, ох, а теперь завтрак с миллиардером. Понимаете, это не то, не та энергетика. Я такое чувство, что прислуга все это убрала, а потом, типа, вы знаете, вот такая вот пришли, короче, прислуга, завтрак с миллиардером, он вас вообще не поймет. Он почувствует, что не та энергетика, что это не то, ему как-то вот это вот, он как-то не понял. Он с кем завтракает, вообще как-то вот это вот, энергетика какая, что вы там вот это вот заебывались, два часа все это намывать? Ну или так, знаете, я там вот это вот, вопросики. Ну, в общем, такой интересный, правда, интересный вопрос. А так вот Наталья Правдина когда-то себе дала такое вот это обещание, что она станет богатой, что она станет, и она стала. А я еще тогда, когда вот была эта свадьба, был этот день, я решила, что это шикарный, шикарный день, ресторан, лимузин, Астория. Я тогда решила, что я буду жить так каждый день. Придет время, я буду так каждый день жить, как вот мой день свадебный, понимаете? И вот этот 2 числа мне эти бриллианты подарил. И правда, хотела вам сказать, что такой шикарный феерический завтрак в Астории с утра. Такие там, я хотела вам показать, что какая-то, ну вот, примерно на тех продуктах, что у меня, конечно, есть, но у меня такой выбор ограниченный. А там шикарнейший завтрак был. Я хотела это вам как-то в тарелочке как-то сделать, эту выкладку красивую. Но пока я это уебывалась, я поняла, что, короче, этот хуяк, вы слушали маяк 5 раз. Так что вот. А если бы я не уебывалась, 2 часа назад получилось бы, наверное, такое феерическое видео, как вот вы, наверное, там вот смотрите, и сейчас бы так,
мистерии, мистерии, алхимии. Сейчас почитаем книжку Натальи Борисовны Правтиной. Ух, да. Так что вот. Ну да, здесь что еще нужно добавить? Ио, да, вот это вот, одна за всех, ио, нахуй. А как это вообще все моется, убирается? Я вообще не знаю, а где прислуга? Мы вообще не поняли, а где прислуга? Где она там вообще гуляет? Вот это вот. Так что вот. А, прислуги нет, тогда все, побежали. Кристи, побежали в ресторан. Мы же не знаем, как убираться, что-то мыть, что-то чистить. Все, побежали в ресторан. Побежали, да, и там загорать, поехали в Монако. Но на это нужно нахуй деньги. Так что вот, вы подключились уже к марафону Натальи Борисовны Правдиной «Женщина на миллион». Я тоже очень хотела подключиться, но, короче, этот хуяк, вы слышали 100 раз маяк, у меня таких бабок, блядь, нету, чтобы подключиться к ее этому шикарному видеосеминару. Так что вот.